В экоакции «ТЭЗа Казахстан» активно принимают участие и школьники областного центра. Сегодня в Кунаеве в рамках недели «Жасыл Аймак» 13 тысяч учащихся из 14 школ приняли участие в церемонии одновременной посадки семян деревьев. В ходе экоакции педагог-исследователь рассказал детям об основных правилах ботаники и уходе за деревьями. Ученики высадили в специально подготовленной емкости около 5000 семян хвойных деревьев. Таким образом, школьники узнали об основах ботаники и внесли свой вклад в озеленение родного города, так как позже семена будут высажены во дворе каждой школы. В сегодняшнем мастер-классе приняли участие 344 тысячи учащихся Алматинской области, в том числе 2000 учащихся средней школы и гимназии. Основная цель урока – объяснить детям о любви к природе, о бережном отношении к растениям и в целом экологическое воспитание подрастающего поколения.